Красноармеец Ващенко! Все толкают! Ранение, контузия. Ты не волнуйся, скоро поправишься. А может, и не успеешь. Как это? Война скоро закончится. Пока будешь лечиться, может, уже и Берлин возьмут. Я на это не согласен. Я тоже хочу Берлин брать. Пусть меня в честь отправят. Ну, это уже пусть начальство решает. Не забудь. Помогите, пожалуйста! Тебя стучать не учили! Все в порядке. Дежурный! Ну все, допрыгался, солдатик. Увести! Вайсман. Немец. Еврей. Малюта. Что, Рокотов, решил в камере до конца войны отсидеться? Или бежать? Попросим Талыбова, смотри, как у него руки здоровые. Он эту решетку в два счета. Не, такую решетку голыми руками не разожмешь.
Главное, чтобы голова прошла. Давай, 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 давай. Давай, давай, родной, давай! Давай! Не балуй! Вот это сила. Тебе бы в наш взвод. Ну, с этим все ясно, а ты-то, ты как сюда попал? На допросе. Отказался заключенного бить. Это уважительная причина. А меня за антисоветчину якобы посадили. Книгу нашли. Ха, придурок. Это стихи. Автор оказался врагом народа. Но я же не знал, что его запретили. Два раза, придурок. Вот и свиделись. Не рад? Что ж вы, Николай Рокотов, с такой легкой контузией у нас оказались? Я же не сам сюда пришел. По контузии здесь очутился. Ну что ж, товарищ, разрешим бойцу Рокотову отдохнуть в госпитале? Война подождет. Я как раз к вам шел, чтобы меня на фронт отправили. Да мы все понимаем. Совпадение обстоятельств. Случайно. Легко контуженный оказался в госпитале, где тяжелые. Да, случайно. Случайно, да. И случайно напал на начальника госпиталя. Ну, я же не знал, что это вы. Я увидел, что кто-то напал на медсестру. Я действовал по обстоятельствам. Судя по обстоятельствам, ты пытаешься уклониться от армии. Это называется дезертирство. Так отправьте меня на фронт. Какой фронт? За дезертирство положен расстрел. Не положен. Без суда и следствия не положен. Это кто такой умный? Заключенный Вайсман. Хранение антисоветской литературы. Так тебя тоже нужно расстрелять. Забирайте обоих, это приказ. Этим приказом вы превышаете свои полномочия. И что? Превышение полномочий грозит трибуналом. И кто, интересно, об этом узнает? Если кто-то сообщит, куда требуется. Ты намекаешь на этих двоих? Таких тоже ждет расстрел. Забирайте всех! Чё, бакланишь за всех, баклан? Если кто-то из госпиталя сообщит, или вы всех раненых и врачей тоже расстреляете? Забирайте всех в особый отдел. Пусть разбирается. Всем сидеть. Чего там? Сидеть спокойно. Yeah!
Малют, развяжи. Теперь каждый сам за себя. Сука. Талыбов, развяжи. Спасибо! Оставь его. Далеко не уйдет, по лесу так не ходит. Говорите громче, я плохо слышу. Немцы! Что случилось? Тихо. Он не мог далеко уйти. Будьте внимательны. Иду точно сюда. Зачем мы им нужны? Давайте разделимся. Вы вдвоем туда, а мы посмотрим здесь. Волыну бы мне. Спасибо. Пустая. У меня тоже. Видать, давно ходили. Согласен. Последнего фрица завалил. А как же вы его без оружия? Зубами грыз. Да-да, очкарик, ты на немца присядь, пока он теплый, а то простудишься. Надо наших предупредить, немцы тут самолет ждали. Да, и объяснить, как конвой погиб, а мы живые. Оружие на землю! Оружие на землю, я сказал! Подняли руки. Развернись. Я сказал, подняли руки. Ты свяжи остальных и без фокусов. Стреляй на поражение. Развернись, я тебе сказал. А? Говори громче, контузило, наверное. Вас и так на убой вели, так я вас тут всех и расстреляю.
Да, пока, погоди, пока ты там валялся, мы, смотри, вон, всех фрицев положили. На, сука! Что натворил? Это же наш! Наш, нас мы покрошил! Ну все, теперь точно расстрел! Пацана жил. Да, он как раз пришел тебя пожалеть! В город нельзя, теперь куда? В деревню мою, здесь недалеко. Да все равно нас найдут! Не найдут, деревня глухая, кругом болото, даже на карте не обозначено. А что, я за, профессор, по твоей части, считай. Слушай, в деревне можно до конца войны отсидеться, а потом мы лужить начнем. Подождите, подождите, что с этим делать? Это же наши личные дела и приговоры. Так мы без документов все равно за дезертиров сойдем. Надо на всякий случай документы конвоя взять. Суки! Слышь, начальник, ты бы винтовочкой поделился? А что не так? Что, опять зубами рвать, если что? Замыкающему душу. Это мне? А что с этим делать? Слышь, очкарик, а ты до войны кем был? Я в институте иностранные языки преподавал. Я так и знал. Мне твоя рожа умная сразу не понравилась. Я по-ихнему ни слова не шпрехаю. Так у тебя 3 класса на лбу написано. Да ты знаешь, как меня на заводе ценили. Меня в ремесленные отправить хотели. Только война. Ты сам, малют, не шибко грамотный. А мне не стыдно? Надо было кому-то вместо вас зону топтать. Тоже мне подвиг. А ты не скажи, очкарик. Я хотя бы не политический. Я вам посижу, и меня отпустят. Спасибо. И вообще, если бы не вы, я бы на теплых нарах лежал. У тебя в деревне кто-то есть? Невеста? Слушай, начальник. Начальник. А у твоей невесты подруга есть? Ах ты, гниду. Так, так, все, 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 хватит. Привал, привал. Не пыли, пехота. Мне для братвы не жалко. А? А? Немецкие трофеи дели поровну. О, это... Это очень полезно и калорийно. Я эти трофеи жрать не буду. Пойду поищу что-нибудь. Я с тобой. Слышь, очкарик, что ты мнешь? Не нравится, не ешь, отдай товарищу. Ну чего? Чего? Того! А? Подождите, я с вами. Это мне пригодится. Ушел! Я оружие прихватил. А что теперь делать? Надо оружие вернуть. Да, потом пусть проваливает на все 4 стороны. И еду себе добывает, правильно?
предатель. Он еще и вор. Давай руку! Где оружие? В обрыв упало. Теперь он нам точно не нужен. Начальник! Оставь его! С нами пойдет. Да зачем он нам нужен, этот предатель? Без нас пропадет. Не ошибся в тебе, начальник. Ну и где твоя деревня? Там, за лесом. Спасибо большое. Вы знаете, я не часто в лесу бываю. Да вижу. Отдохнуть бы нам, начальник. Времени нет. Да ты, видимо, заплутал. Мне кажется, ты нас по кругу водишь. Вы знаете, мне тоже кажется, что мы ходим по кругу. Тут прямой дороги нет, только одна тропинка. Куда эта тропинка ведет? В деревню? В избушку лесника. А зачем нам лесник? В деревню до темноты не успеем. А ночью в лесу. В общем, в избушке переночуем. Пошли. Че, профессор, за мной должок? Вы что-то путаете, вы мне ничего не должны. Должен. Я его верну. Забыл, как ты предлагал меня бросить. А я нет. Топай, профессор. Хама. Слышь, начальник. Если надо замок открыть, так мы мигом. В лесу замки никто не вешает. Так что стоим, пошли в хату. Стой! Да! Ай! Смолки, подмолвай! Аккуратно, аккуратно. Ах ты! Осторожно, осторожно. Видимо, лесник вышел. В лесе не пахнет. Давно никого не было. Еду не убрали, бакланы. Лесник никогда не оставляет еду на столе, чтобы зверей не приманить. Смотри, дробовик на месте. Значит, с лесником что-то случилось. И что делать будем? Ну, есть два патрона. Значит, будет ужин. Разжигайте огонь, я быстро. Как ваша нога? Фартануло, очкарик. Нога в порядке, спасибо Талыбову. А ботинок жалко.
Гляди, что у деда нашел. Наш человек. Кинем разок. Я в азартные игры не играю. А вот это правильно. Я научу. Поднимай шушера. Я же вам сказал, я не играю в азартные игры. Очко. Везет тебе, очкарик. Пошла жара. Свитер ставлю. Поднимай. Я ничего ставить не буду. Я буду. Мне не западло на интерес играть. Поднимай. Ах ты, сука! Опять у тебя очко. Что ж тебе так-то везет? Давай так. Две плитки немецкого шоколада. Против твоих ботинок. А вот что, есть шоколад? А, значит, согласен. Сдаю. Поднимай. А вот тут тебе не повезло, профессор. Снимай ботинки. Да я же не играл. Снимай ботинки. Ну так же нечестно. Время такое. Топить лучше ольхой. Какая разница? Горит без дыма. И что происходит? Мне профессор ботинки проиграл. А ну верни. Так это не по понятиям, он сам ботинки мне выкатил. Все равно верни. Я ужин принес. Николай, а как же есть зайца? Он же сырой. Как хотите. Так, всем поровну. Больно щедрый ты, начальник. Ну, плохо. Тяжело жить будешь. Николай, а скажите, у вас в деревне родственники есть? Никого не осталось. Только Галя. А это кто? Невеста моя. Завтра первым делом пойду сделаю ей предложение, перед тем, как на фронт уйти не успел. А вдруг она тебя не дождалась? Дождалась, обязательно дождалась. А у меня вот никогда женщины не было. Профессор, ты чего, до сих пор за мамкиной юбкой прячешься? Да, я живу с мамой. А что в этом плохого? Ну, вы разве женаты? Мне по воровскому статусу не положено иметь семью. Почему? Вор по жизни беглец. А где ты видел беглеца с чемоданом да детьми? Война закончится, другая жизнь начнется.
Воровать не обязательно. Ну, пусть сначала закончится, потом посмотрим. А ты женат? Не хочу об этом говорить. Да и спать пора. Кажется, дом горит. Там дверь с той стороны подперли. Где моя Люда? Помоги открыть дверь. Николай, ты... Дверь нужно изнутри подпирать, а не снаружи. Вы думаете, мы сами себе подперли, что ли? А кто это? Крестник я. Кто это мог сделать? У нас тут по лесу ходит какая-то нечистая сила. Вот вас. Чуть живьем не спалили. Кто? Не знаю, но кто-то есть. Вот теперь в деревне живу. От греха подальше. Теперь как стемнеет, никто из дома не выходит. Вот чертовщина какая-то. Эх, батя, знаю эту нечисть. Когда Малюту душить буду, мне не мешать, понятно? Ага. Тихо. Тихо, слышите? Ах ты, сука! Иди сюда! Я тебе сейчас... Оставь его! Хотел бы убить, убежал бы! И то верно. Ребята, нельзя здесь оставаться. В деревню идем. Все, все, пошли в деревню. Коля, Коля! Коля, ты не командуй. Тут все поменялось. Вон тропы все заминированы. Я проведу. Туда пошли. Вы зачем избу спалили, Чего хозяйничаешь? В гостях спрашивать полагается. После самогонки, как в пустыне. Да пусть пьет. Но теперь все поменялось. Кто жить хочет, из колодцев не пьют. Почему? У нас всегда хорошая вода была. Была. Немцы все колодцы отравили. Теперь воду из родника берут. Далеко, зато надежно. Пошли.
Здравствуйте, Егор Ильич. Ты где же всех пособирал? Сами ко мне в избушку прибились. Далеко забрались? Дезертиры? Нет. Я Николай Рокотов. Не узнали? А документы у вас есть? Такие подойдут. А ты, Рокотов, у нас теперь кто? Анопенко или этот Берзоев? Мы не дезертиры. Из госпиталя ехали. На нас немцы в лесу напали. Так ушли немцы. Давно уж. Что им тут делать-то? Значит, какие-то остались. Раз сигнальные костры для немецких самолетов жгли. Как Галя? Ты, Николай... Своих друзей пока у себя посели. Неспокойно у нас теперь по ночам. Ну, вы же сказали, что все немцы ушли. Кто-то в деревню по ночам приходит. По сараям лазят, а ничего не берут. Вы не ответили, Кагали. А что зря языком молоть? Жива-здорова. К свадьбе готовится. Пойдем. Так откуда она узнала, что я вернулся? Ладно, пойдем. Это же я! Это же я!
что-то ищете? Может, я помогу? Да нет, я тут просто пыль вытирал. А ну иди сюда, ложись. Вот это мне повезло, а? Ложись. Я же за тебя, дорогая, кровь поливаю. Да? Давай, давай, моя родная. Давай, давай, давай. А что здесь происходит? Отпусти ее! Моя баба, я топтать буду! Помогите! 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 Там, там ублюдок! А вот это не по понятиям, Талибов. Не по понятиям. Оставить, Талыбов! Оставить! А я ведь почти закончил. Крикнуть, у меня все слова в горле застряли. Что, вы ранены? Давайте я сейчас... Нормально. Царапина. Узнала, Люсь? Узнала. Поздно уже. Домой надо. У нас сейчас в такую пору никто на улице не ходит. Как Галя? Ничего, все хорошо. Так ее дома нет. Так она к свадьбе готовится. Откуда она узнала, что я приду? Она не знала. Все думали, что ты погиб. А что ты вырядился, как басурман? Маскируюсь. Чего людей пугаешь? Я сам боюсь. О, Коля, тут такое творится. А что творится? О, как немцы ушли, и полицаи с ними. В деревне всякая нечисть бродит. Народ в темноте из дому не выходит. Ты хоть веришь в это? Я, может, и не верю, но страшно.
А видел чего? Видел. Ты же вроде погиб. Живой я. Галя так убивалась? А мне сказали, что к свадьбе готовится. А тебе что, не сказали? Сказали что? Ты зайди к ней. Обрадуй. Ну, или как получится. Только осторожно, не напугай. Вроде как и не рада меня видеть. Рада. А чего же не улыбнешься-то? С войну разучилась. Красивый. И горшок тоже был. Я по-другому представлял нашу встречу. Почему ты мне не писал? Каждую неделю писал. Врешь, я думала, что ты погиб. А что ж тогда к свадьбе готовишься? Моя свадьба, не твоя. Ты разве еще не понял? И кто жених? Неужели ты еще не знаешь? Мне рассказали. А как же я? Ты погиб.
Давайте знакомиться. Талыбов. Малюта. Ага. Вайсман. Дед Пятак. Очень приятно. Выпьем? Да? С прибытием. Спасибо. Фистики. Вот только этим и спасаемся от нечисти. Да враги это все, нет никакой нечисти. Это мыши. Мыши. Нечистая сила бродит ночью по деревням, по чердакам, по подвалам. Все переворачивает, но ничего не берет. Так может и не надо было? Может, еду искали или деньги? Еду? У Назаровны полная сулия самогонки была зарыта. Откопали, ни капли не выпили, так целенькая у ямы и стоит. Не иначе, как черти. Чего с там? Банки подвешены. Не пройти, не проехать. Да это сигнализация. На всякий случай. Может, и не нечисть, но в доме кто-то есть. Сильно. Максим. Не ожидал тебя здесь увидеть. Я с Галей хотел поговорить, она... Я и раньше в ваши дела не мешался, а сейчас не намерен. Не говори громко. Мало ли кто в ночи бродит. Так немцы ушли уже. Днем спокойно, а ночь дело темное, всякое происходит. А что происходит? Сам скоро увидишь. Пойдем. Да, потому что вы нас уже несколько раз подставили. А ты что, самый честный, что ли? Если вы меня сейчас убьете, то об этом узнают все. Война все спишет. Да ладно, не дрейфь. Откуда это у вас?
Соседей пошмонал. Бедновато живут селяне. Вон только катку с огурцами нашел. Да как вам не стыдно? Война идет, а вы... Слушай, давай без лишней политинформации. Не нравится? Не ешь. Вкусно, как в детстве. Да. Точно. Да. Я слышал, Галя замуж собирается. Да бабам, а бы замуж. Ну и кто жених? Ты, Коля, развернулся. Обживайся пока. С вопросами погоди. Сейчас люди не больно до вопросов охочи. Значит, не дождалась. Ты же не весна красна, чтобы тебя дождаться. Сказали, что убили тебя. Ну, а что поверил-то? Ну, если бы ты раньше вернулся. Ну, или хотя бы письмо написал. Ну, ты на свадьбу-то пригласишь? Да не, я ж приглашаю. Молодые. У них и спрашивай. Но это утром. На ночь лучше в доме запереться. В деревне по ночам шастает кто-то. Не воруют, не вредительствуют. А что делают, непонятно. То бочки с места на место переставят, то поленья дров разбросают, то двери в сарае снимут, а ничего не возьмут. Ну, а сам-то что думаешь? Люди говорят, нечистые. Только не верю я. Ладно, бывай, Коль. Давай. Я же просил не бродить по деревне ночью. Ну вы же ходите? Меня положение обязывает. Нечисть выискиваете, да? И нечисть, и дезертиров. Ну как, много нашли? Тебя одного достаточно. Хотите медаль или орден? Ты бы не хорохорился, вояка. Помолчишь, глядишь, и я в нужный момент рта не открою. Ты тут не чужой. А вот друзья твои нам тут ни к чему. Тут и без них не пойми, что творится. А что творится? Ты живи сам по себе. И в чужой интерес не встревай. Ты пока о том, что видел, молчи. Ага. Собраться надо. Ага. Да что ты заладил, ага-ага? Сдрефил. А вы как будто бы не испугались. Талыбов! Талыбов, подъем! Чё шумите-то? Разбудили. Вот у нас с профессором спор один возник. Как дальше быть? Как быть? На фронт податься. А профессор предлагает другую идею. Здесь до конца войны отсидеться. Неправда. Я предлагаю вернуться в город и в суде доказать свою невиновность. А вот это ты верну смерть предлагаешь. А ты как сам думаешь? Есть у меня документы, которые я забрал у убитых красногвардейцев. В деревне еды много. До конца войны недалеко. Тут отсидимся. Все же лучше, чем в тюрьме. А кто за тебя воевать-то будет? Да ты погоди, Талыбов. Подумай. Подумай. Ну что, вояки, это я. Враг не пройдет.
рак не пройдет. И так все на нервах, неспокойно как-то. В деревне что-то неладное творится. Я в нечистую не верю, но надо разобраться. А местные что говорят? Местные говорят, что ночью из дома лучше не выходить. Ну так война же. Надо установить дежурство. А давайте жребий кинем. У кого длинная, тот и спит, начальник. Профессор. Долго будешь метиться, промажешь. Я спад. Николай, нет никакой нечистой силы, ее вообще не бывает. Я тоже так думаю. Всему можно найти какое-то разумное, логическое объяснение. Вот и поищи его. Поймите, я не боюсь, но как-то глупо погибнуть в тылу. Никто не собирается погибать. Я вернусь и сменю тебя. Николай! Николай, вы куда? Ты что тут делаешь? А я по бабам хожу. Старты по бабам ходить. Не то, что ты подумал. Я просто знаю, где у каждой бабы самогонка спрятана. И? Ну, себе чуток отливаю, а водичкой доливаю. Ты дурак, а если поймают? Не поймают. Всем боязно. На улицу выйти, потому как нечисть бродит по деревне. Ты только никому не говори. Может, и есть эта нечисть? Нет, нет. Я ее видел. От того и пил. Верни все на место и закрой сарай. Ага. Сейчас сделаю все, как ты сказал. Я не понял. Малюта, я там что, один буду дежурить, что ли? Малюта, твоя очередь. А что дежурить-то? Утро уже. Начальник. Чего? Чего, братва жрать хочет? Так нет ничего. Так я по соседям метнусь. Ну что, все попрятали? Не дадут. Так мы и спрашивать не будем. Нельзя воровать. Чего-то нельзя. Братва тебе поверила, а ты в кусты? Ну, придумать что-то нужно. Вот и все. Талыбов, ты со мной? Очкарик, что ты там вечно ищешь? Ты жрать хочешь?
Вообще-то да. Ну тогда пошли. Никто никуда не пойдет. А ты что, остановишь? Если надо, остановлю. Вообще-то ты сам нас сюда позвал. А здесь оказалось опасно. И еды тут нет. Извините, я застучала, вы, наверное, не слышали. Я картошечки принесла. Ты проходи, проходи. Бабы говорят, вы ночью деревню защищали. Так это... Не, сидите, сидите, вы устали же. Вроде того. А устали так, аж животы сводит. А вот картошечка. Берите, ешьте пока. Тепленько. Спасибо вам. За что? Ну, вы пришли. Некоторым свободным девушкам спокойнее стало. Нет, чего я? Это все мы. Ну, ладно. Ну все, я пошла. Просто мне некогда. Я провожу. Огонь, баба, да, Талыбов? А? Что, заняться нечем? Друзья! А давайте есть картошку. А вы надолго к нам? Оставайтесь. Все веселее будет. Так я смотрю, без нас весело. К свадьбе готовитесь. А ты думал, такая красавица, как Галя, долго в девках засидится? Ну, а кто жених-то? А то ты не знаешь. Да ладно, говори уже. Не помешаю? Нет, вовремя как раз. Коля, вот ты у него и спроси. Заходи. Знакомьтесь, это Максим, брат Гали. Давай, заходи. Здравствуйте. Привет, мужики. Очень приятно. Взаимно. О, богато живете. Так это на свадьбу готовили. Думаю, не обеднее. Николай, присаживайтесь к столу. Смотрите, сколько нам Максим всего принес. Картошечки-то. Опа! Даже по подвалам шастать не пришлось. Это ты по погребам возил. Тихо, тихо. Так, тихо, успокойтесь. Пойдем поговорим. А ну дай сюда. Ты бы попридержал друзей своих. А то так можно и на неприятности нарваться. Хорошо, попридержу. Не стоит баб обижать. Они, получается, от немцев прятали, а теперь еще и от своих надо. Я видел человека, незнакомого, который в лес ушел. Не веришь? Пойдем проверим. Пойдем. Не разучился еще по следам ходить? Она такая, будто все живое прячется.
Хорошие люди в лесу прятаться не станут. Согласен. Топор вроде. Мне показалось. Да топор. Свались подручней на опушке. Бог в помощи. И тебе того же. Чего по лесу один ходишь? Так и чего бояться-то? Это верно. Я смотрю, вы не местные. А война все перемешала. Кому где судьба улыбнулась, там и остался. Подсобишь, мил человек? Да, конечно, подсоблю. Давай. Вот это. Давай, давай. Вот так вот. Спасибо тебе, мил человек. Дай бог, свидимся. Может. Нормальные мужики. Подошва рифленая на ботинках, немецкие. Так трофейные. Так узнал я одного полицая. Думает, что убежал, поэтому чувствует себя спокойно. Руханул, значит, крепко. Ну ничего, я его еще достану. Что такое? Похоже, пост дозорного. А сам он где? Тихо-тихо. Где-то рядом. Зато смотри, что я раздобыл. Теперь они узнают, что мы тут были. Пусть знают. Пусть боятся. Надо выбираться отсюда. Да, не сюда! Да, не сюда!
здесь все тропинки знаешь. Водя! В лесу полицаев видел. Я тоже в лесу кое-чего видел. Их немного, но нужно оружие. Посторонним оружие не выдаю. А кто посторонний? Я посторонний? Ну, может, и не посторонний, но и не свой. Они Максима убили, брата Гали. Хочешь, чтобы я посочувствовал? Зачем мы в лес там оперли? Думать надо было. Значит, оружие не дашь? Подумаю. А чего думать, дорога каждая минута? А мне наши головы дороже. Если они в деревню придут, бабы вилами против автомата воевать будут. Командир, помощь нужна. Ты, Коля, убери свою банду, а то не ровен час под топор попадут. Ты за базаром-то следи. Так, ладно, все, успокоились. Так, а ну пошли вон со двора. У меня сегодня неприемный день. Думаешь, по-доброму? Я тоже вроде пока не злой. У нас в деревне замки не вешают. Че там, оружие? Да и это... По-хозяйски. Замок же целый. Ну, а петли... Петли ерунда. Все? Да. Все, пошли, с Богом. Тихо! Стой, 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 стой! А, кажется, местный бугор решил подляну нам сделать. С вечера целая была. Да, за ночь взяла и испортилась. Кто-то ось подпилил. Нечего в гляделки играть. Я свое добро не поганю. Да, это если вы на нашей стороне. Чего? Пулемет оставь. С ним по лесу гулять тяжело. Ну что, вы с нами? Да пойду, пожалуй. Чтобы чего не натворили. Надо оружие убрать. Я уберу, а позже догоню. Люсь, переглянь тут за ним. Заплутал? Ты же знаешь, меня со следа не сбить.
Я уверен, Николай найдет дорогу. Погуляли и хватит. Я тоже так считаю. Лучше дома сидеть с самогоном, закуской и пулеметом. Держи, очкарик. А там как карта ляжет. Уже близко, тут рядом Максим первого убил. Пойдем. Лагерь был. Я же говорил. Партизанили тут. Немцы-то ушли. Чего им в лесу-то сидеть? Ну, подождите, кто-то ж предупредил полицаю, что здесь можно спрятаться. Нет, человек. А где ж ты тут полицаев-то видел? У нас за всю оккупацию их не было. Николай! Да нету здесь никого. Там костер горел. Ты знаешь, ежели поискать, то я у себя в деревне тоже могу дезертиров найти. И шум поднять, и медальку повесить. Они Максима убили. Убили? А что ты взял? Я сам видел. А тело где? С собой унесли? А зачем? Я видел. Не хотел тебе говорить, Николай. Слух у нас прошел, что Максим полицаем служил в соседней деревне. Поэтому и исчез. Так что нечего здесь бродить. Давай домой. Че сидим? Пойдем. Гостей не ждем. Я только хотел сказать. Мы с Максимом. Одним словом. И я с братом сама разберусь. Что еще говорим? Мне некогда. Да не торопи ты. Свадьба на носу. Бабы увидят, судачить начнут. Как я потом в глаза жениху смотреть буду? Это кому тебе в глаза придется смотреть-то? Не донесли еще? Ну, а тебя услышать хочу. Кто жених-то? Степан. Друг твой лучший. Доволен? Друг. Да я уж не знаю, какой ты мне друг. Ты про Галю? Врезать тебе хочется. А ты врешь? Врешь? И себе заодно.
Да любовь такая, что сбежал-то? Я же не на курорт сбежал, а на фронт. Обидел ты ее сильно. Она ведь тебя похоронила. Каждую неделю писал, веришь? Верю. И в дружбу нашу верю. Только ты, Коля, тут сколько уже? А к другу лучшему только сейчас зашел. Я на тебя обиды не держу. Вот хотел свидетелем на свадьбу позвать. Пойдешь? Обойдусь. Ну, как знаешь. Только галку не мути больше. Моя она теперь, понял? Хотели убедить, что лагерь брошенный. Нафига? Чтоб вернуться. Верно. Ведь все видели, что мы собираемся в лес. Если мы не вернулись, то нас бы стали искать. А теперь они спокойно могут вернуться в свой лагерь. Но кто же его будет проверять дважды? Верно. Надо председателю сказать. Не надо никому говорить. Они подготовились и ждали нас. Ты хочешь сказать, что председатель гнида? Я думаю, что у них свой человек в деревне. Мужики, если вы опять в поход, я пас. Давай тут по-тихому отсидимся, недолго осталось. А вы как думаете, Талыбов? В лагере никого не было. Отсидеться не получится. Васьма, ты со мной? Ну, судя по всему, большинство против. А ты, начальник, не дави. Мы тебе ничего не обещали. Легкой жизни все равно не найдете. Николай, я передумал.
Надо всегда в тылу подкрепление оставлять. Или на войне не учили? Учили. Ты как нас нашел? Ну, надо же было узнать, кто в моем лесу хозяйничает. Вовремя. Ну, помощь, она всегда вовремя. Николай, Николай, я как увидел, что он на вас винтовку наставил, вы же понимаете, у меня это в первый раз. Это... Спасибо, что пришли. Настолыбов уговорил. Хорошо, что уговорил, а не заставил. Силой. Никакой силы не было. Сказал, если мы не поможем, бошки нам пооткручивает. Всем добрый. Для вас, может, и добрый. А для этих... Предатели. Ты всех не греби под одну крышу. Разные люди, разные причины. Оправдывающих? Нет. Здесь надо все осмотреть. А что смотреть? Начальник сказал шмонать. Значит, шмонать. Смотри, что я нашел. Карта. А что это за обозначение? Это карта нашей деревни. Она бесценная. Бесценная бумага, начальник. Это когда на ней водяные знаки. Это карта минных полей. Не стреляйте! Я без оружия! Баба! Ты кто? Они меня... держали в плену. Я Ирма. Медсестра. Догоню. Здрасте. О, это вы? Я. Я это... Поздороваться. И все? Нет. Ну... Что, семечек попросить? Да, семечек. Ну, так нам не жалко.
Ни семечек, ни скамейки. Понял. Между прочим, некоторые волнуются. Так это война же. А кто некоторые? Ладно, пойду. То мне некогда. Я обычно всегда сама возле своего дома сижу. А сегодня спасибо за компанию. Пожалуйста. До свидания. Когда столько мужчин о тебе заботится. Разрешите, мадам, потереть вам спинку. Так, Малют. Какой вы смешной. Куда? Да вы вот сюда ставьте. Вот сюда. Вы извините за неудобство. Нет, что вы. Все нормально. Я так устала от этой сырой землянки. Ну, я пойду. Мадам! Возьмите лампу, она вам нужнее. Возьмите лампу. Благодарю. Профессор! Такого кинопрофессора тебе никто не покажет. Давай. Мы на улице подождем. Спасибо, мальчики. Я не хотела мешать. Нет, ты не помешал. Мы трофеи немецкие разбирали. Видела ваш трофей. Красивая. Да, красивая, да. Баба просто сказали, тебя ранило. Я думала, может, перевязать надо. Да нет, это царапина. Ирма уже перевязала. Значит, Ирма. Ну да, Ирма, медсестра. В плену была, к нам случайно попала. Из одного в плену в другой. Я поняла. Пусти! Здравствуйте, меня Ирма зовут, а вы? А чего же нам знакомиться-то? Если вам в город скоро. Не пленница, чего тут сидеть? Красивая девушка.
и с характером. Я заметила. А вот и я. От наших баб героям. Они об этом знают или опять без спроса взял? Секундочку. А вы, мужики, дальше как воевать собрались? Али победы здесь дожидаться будете? Мы в тылу отсиживаться не собираемся. Мы всех полицаев перебили, медали тут будем дожидаться. Я сказал, отсиживаться не будем. Кто так сказал? Я сказал. А что ты за всех все решаешь? Скажи, профессор. Ну, вообще-то да. Вот, мы свое отвоевали, начальник. Ну? За победу! За победу. Николай! Выпил. Я за водой, извините, пожалуйста, мне нужны воды. За героя. Итак, а ты вчера с председателем в лес ходил, да? За дровами? Или еще зачем? Я старый я уже. Не помню. Куда сходил? Вот с кем не помню. Ну, я побег. Пятак. Пришли поздравить? Пришел забрать оружие. Вам не положено. А это трофейное. Не положено. Мы его в бою добыли. Я здесь пока власть. Сдайте оружие или... Ладно, забирать. Оно нам теперь без надобности. Надеюсь. Теперь можно жить спокойно. И никакой нечисти больше нет. За полицаев, конечно, спасибо. Только не в них дело. Помогите! Помогите кто-нибудь! Я же сказал, воду из колодцев не брать. Я, конечно, в нечто не верю, но... Ничего особенного. Могли собаки из леса принести. Кольцо-то дешевка. Немец. Кольцо на левой руке. Бросай сюда. Никому пока ничего не говорите. Нечего людей баламутить. И колодец заколотить.
Официально? Убрать оружие. Все по плану? А как же? Готов показать, где спрятано то, что мы ищем? Как договаривались. Хорошо. Нехорошо за дамой подглядывать. Я просто думал, что дама еще спит. Понятно. Ладно, буди остальных. Атасы духай! Так, завтрак на столе. Теперь все мыть руки и умываться. Мыть руки, давай. Малюта, за душу. Николай, задержитесь. Знаешь, профессор, иди сюда. Что? Ты бы не отказался, чтобы тебя такая медсестричка полечила, а? Ради такого я даже бы от ранения не отказался. А чем это вы там занимаетесь? А я иду и думаю, люди поди голодные. Да. Здрасте. Да вроде бы у нас есть все. Что у вас там есть, а, кроме голодных ртов? Вот. Ешь давай. Так, чтобы я видела. Ну, так неудобно же, ребят. Ты меня видеть хочешь? Тебе больше других надо. Ешь. Да давай, ем, давай. Ем, ем. Хорошо так беспечно относиться к ранам. Ерунда. Я медсестра. И знаю, что ерунда, что нет. Мне не больно. А если бы загноение? Ваша девушка меня бы не простила? Это же ваша девушка приходила? Когда-то. Теперь она готовится к свадьбе с моим лучшим другом. Стоять! Чего встали-то? Почти пришли. Вы что, мне не доверяете? Как это у вас говорят? Доверяй, но проверяй. А что мне врать-то? Чтобы заслужить прощение у красных. Эти не прощают. Как знают. Меня уверяли, что лагерь найти трудно. Так это же Колька. Он охотник и местный. Вот а потому и нашел.
и с тремя солдатами разгромил целый отряд? Ну. Пришла на свадьбу пригласить. А тебе-то что? Интересуюсь. Ты с мужем уже определилась или как? Не поняла. Ну а как же? Свадьба у тебя с одним, а бегаешь к другому. Никому не бегу. А здесь что делаешь? Пришла в окошко поглядеть, вместе мы спим или нет? Что тут произошло, говоришь? Пугачев. Колька наш, ну, охотник. Пошел в лагерь. Всех убил. Это точно. Меня тут не было. Так он рассказывал. Знаешь, почему я тебе не верю? Так работать ножом может только хорошо обученный боец. Подчеркиваю, хорошо обученный. Я ведь правду говорю. В лагере никого живого. Тело связного нашли? Не нашли. В деревню приводили пленных? Девку какую-то привели из лагеря. Может, она видела ту вдруг. Что за девка? Вроде медсестра пленная. Что ж это вы, малюта, опять воруете? Да еще у своих. Васьмана, тебе чего? Больше всех надо. Это же хлеб, зачем? Слушай, ты что, вечно собираешься тут сидеть? Нет. Война ж вроде как скоро закончится. Вот именно. Начнут вопросы задавать. Местные нас сразу сдадут. А мне казалось, что тут порядочные люди. Слушай, а может, вместе рванем в глубокий тыл? Вдвоем все-таки веселее. А как же ребята? А что, ребят? Помогли друг другу. И все, прощай, пишите письма. Я не знаю. Запомни правило номер один. Не суетись. Правило номер два. Не гони, а то успеешь. Спрячь наши запасы. Галь, дай я помогу. Надо поговорить. О чем? О твоей сожительнице? У меня с ней ничего нет. Ты об этом ей расскажи.
Галь, послушай. Галя. Домой иди. А мы с Колей воду принесем. Потом. Ну что? По лицу не видеть? Свадьбу мне надо сам. Это противопехотная мина. Думаешь, кто-то пытается разминировать? Уверен. Что, дед? Говоришь, нет деревни солдат? Нету. Солдат там нету. Это кабан какой-нибудь на мину, наверное, напорол. Шлюкт. Он нам врет. Думаю, красные устроили засаду. А с дедом что делать? Пока он нам нужен. Уберем потом. Землю фашистских мин освобождают. Это работа саперов, подставить. Ты не кричи на меня. Пока твои саперы приедут, знаешь что? Я сказал отставить. Кто разрешил колхозное добро трогать? Это что, мина добро, что ли? Ты знаешь, что полагается в военное время за порчу имущества? Да было бы имущество. Руки! Так, вы все арестованы. Руки вверх! Да мы-то за что? Вы за уклонение от воинской службы! Руки, я сказал! Вы что, прокурор? Сейчас разберемся. Да я уже разобрался! Тихо, батя, тихо! Извините. Прошу вас, Николай. Вот надо было сразу вас сдать! Надо было полицаев выслеживать, а не в своих револьвером тыкать. Отпусти его. Огонь! Проверить все. Что это? Собаки бродячие, их чё полно в лесу. Что он сказал? Говорит, там собака дикая. Он врет. Место для наблюдения очень хорошее. Я вижу. Гражданочка, что вы себе позволяете? Начальник. Мы тебя дома подождем.
За что? За все хорошее. Привел в деревню сумасшедших. Я хотел как лучше. Раньше надо было хотеть. Явился спаситель весь из себя. А ты за кого переживаешь? За меня или за Степана? Я не хочу, чтобы вместо моей свадьбы похороны были. Да гуляй ты свою свадьбу, я же не мешаю. Да вот и не мешай. И Степана не трогай. И вообще нечего тут ходить. Других дорог в деревне нет? Дорога к твоему дому вон. Так что иди себе. Егор Ильич! Егор Ильич! Ну, Егор Ильич! Чего там? Немцы. Немцы в лесу. Да ты мне орал на всю деревню. Баб перепугаешь. Нам только паники не хватало. Ну-ка, накинь, чтоб крови не видно было. Не моя кровь. Это не собаку. Да, все равно накинь. А то бабы завидят кровь и давай истории придумывать. Так, ну-ка, иди сюда. Давай. Тихо, спокойно докладывай. Немецкий отряд в лесу. Да иди ты. И чего им надо? Куда направляются-то? Вроде собирается я на деревню идти. А с ними, не поверишь, пятак. В плену? Да нет, он им дорогу показывает. Хрен старый. Не ожидал я такого от пятака. Я думаю, про немцев никому не надо сказывать пока. Ну как же, ежели они сюда придут. Ну, ну-ка, пойдем отойдем. Профессор, подержи. Что это? Ну, еда и еще кое-что. Вы что, это украли? Нет! Взял посмотреть. Если ты со мной, пойду еще возьму. Метнусь. Малюта, вы не имеете права воровать, тем более со свадьбы. Не нравится, не ешь. Нам неделю с тобой по лесу бегать. Посмотрим, как ты с голоду запоешь. Я с вами никуда не пойду. Ну, а если ты не пойдешь, значит, заложишь. А я свидетелей не привык оставлять. Не надо. Ребят, а вы воды не поможете принести? Так я, да, с удовольствием. Спасибо. Хоть и городской, какой хороший человек, да? Ага. Аж зло берет. Здравствуйте. И вам не хворать. А я поздравить пришла. Спасибо. И узнать, может, помощь нужна. Мама! О! Это та самая, что я тебе говорила. Так ты уже помогла. Очень помогла. Я рада. Хорошая собачка. Фу. Попался, крысеныш. Собаки испугался. Малюта, мне кажется, что она нам хочет что-то сказать. Она хочет сказать, чтобы я тебя в колодце утопил. Да перестаньте вы шутить. Мне кажется, что что-то в колодце. Thank you.
Нет там ничего. Нужно. Ты бы не приходил на свадьбу? Да не очень-то и хотелось. Ну вот. Беглым дезертиром в деревне никто не рад. Угрожаешь? А могу и пристрелить. Никто не знает, что ты тут. Подумают, в лес бежал. Смелости не хватит. Так мы договорились. Помогите! Николай! Там в колодце кровь! Скорее! Представляете, а мы, значит, зачерпнули воды, а там кровь. Председателю надо рассказать. Тебе надо, ты рассказывай. Скажи, он, очкарик его убил. Я? Да шучу я. Неправда, это не мы, честное слово. Коля, я думаю, его убил кто-то из местных. Смотри. И его ударили чем-то тупым и тяжелым сзади по голове. Значит, он доверял этому человеку, если повернулся к нему спиной. А вот как знал, что с вашим приходом неприятности начнутся? У меня не было причины его убивать. А вот как знать, Коля? Надо в город сообщить. Сдать нас хочешь? Нечего беглым зэкам нашей деревни делать. Не я один беглец, походу. Хватит. Ты достал труп. Да, он нашел. Ладно, что делать будем? Ему уже ничем не помочь. Потом похороним. Свадьба в деревне. В деревне убийца. Я, Коля, хоть один за столом сидеть буду. А на Гальке все равно женюсь. И ты мне не помешаешь. Я сказал, хватит. Свадьба будет. Иди. И расследование будет. Потом. Колодец. Заколотить немедленно. Тело убрать. Я же просил колодцам не соваться. Ты пойдешь со мной. Похороним после свадьбы. Давай, пойдем. Заходи. Это, карманы выверни. Зачем? Ты там больше в колодце ничего не находил? Нет. А что? Ну, карман-то выверни. Хорошо. Вот, спички. Что такое? А?
Подождите! Пока что в сарае, посиди. Да, да какой вы имеете право? Я несчастье я не натворил. Что вы делаете? Это же производство. После свадьбы выпущу. Вы не имеете права, отпустите. А ну тихо там. Пальну через две сейчас. Вот так. Интересно, зачем ему Бейсман понадобился? Да и мне мысль в башку пришла. Профессор не заложит нас председателю? Он про нас и так все знает. Да ты ему все рассказал. Нет, сам догадался. Я тут! Бейсман! Ну все, вышка тебе, профессор. Вы не имеете права так говорить. Я никого не убивал. Это вы меня подставили. Ну ладно, хватит. Открыть можешь? Убийцу на свободу, начальник. Давай, открывай, давай. Потерпи, профессор. О чем спрашивал? Он мне вообще показался каким-то странным. Такое ощущение, что он больше интересовался колодцем, а не трупом. Обыскал меня всего и спрашивал, что я там видел, что нашел. Братва, кажется, здесь подвал. Подержи, профессор. Пусто. Здесь тоже. Подождите, подождите. Малюта, это же очень странно. Что странного? Ящик для боеприпасов. Но это же тырса, а не стружка. Да, очень чистая. Действительно, если бы для боеприпасов использовали солому... Говори уже, профессор. Ну, обычно тыршу используют при перевозке ценных вещей. Например? Ну, произведение искусств. Тю. Начальник. Держи. Что, на немецком? Переведи. Так, что переводить? Ну, это список каких-то вещей. Кажется, живой. Да, ты это фартануло. Буду бахланить, не поверю, да? Ничего, я подтвержу. О, Коля! Ты что такой сполоханный? Немцы. Откуда здесь немцы? Немцы одного убили, а другой в твою сторону побежал. Не видел никого, не видел. Ты ослеп? Он мимо тебя пробежал. Вы не могли с ним разминуться? Мог. Мог, я в погреб спускался у Андреевны, тут самогоночка припрятана, хотите? Так, нам не до выпивки, куда немец мог деться? Зря ты на немцев грешишь, это наши полицаи недобитые. Да нет, но они же по-немецки разговаривали. Чтобы вас толку сбить, в лес, наверное, побег.
наверное, в лес. Николай, а может, это они около колодца? Так, помолчи. А что у колодца? Ничего этого, в деревне будем искать. Так что у колодца-то? У колодца что? У вас во дворе гости были. Никого не жду. Но мы тоже там не ожидали немцев убить. Так уж и немцев. Ну да, одного уложили. Идите посмотрите. А чего вам в моем дворе надо было? А чего? Не догадывайтесь? Не? Ты мне тут загадки не загадывай. Прямо говори. А сами что думаете? Думаю, что врешь ты, Коля. Вот только не пойму, для чего. Вру? Пойдем посмотрим. Ну что, идем? А ты меня не торопи. Ну, пойдем. Давай. Вот здесь труп лежал. Вознесся, видать, Коля. Вознесся. Я же не дурак. Да нет, Николай, ты не дурак. Ты умный, шибко умный. Сарайчик тоже немцы открыли? Нет. Я ж хотел по-хорошему. Но сбежал ты с фронта. Понимаю, кому умирать охота. Я не сбегал. Да я ж хотел дружков твоих и тебя-то спрятать. Ну, пересидели бы тихонько, а там, глядишь, все бы забылось. Да я ж говорю... Да замолчи ты, щенок! Я здесь говорю! Я пока здесь власть, а ты дезертир! Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Сдадите нас? Проявлю бдительность. А может, и вам есть что скрывать? А? Вон, а ты как вывернул. Неизвестно, чем вы здесь во время оккупации занимались. Ну, давай, стреляй. Не впервой, наверное. Да не впервой. Только двор свой поганить не буду. Выберу случай. Ты не забудешь слово-то свое? Не сомневайся, слово мое крепкое. Вот эти документы мы нашли в подвале у председателя. Немецкий знаешь? Мы в медицинском латыни учили. Я из европейских языков только чуть-чуть французский и английский знаю. Я говорил, нужно учить язык врагов, а не друзей. Похоже на список каких-то книг. Книг? Немцы рисковали жизнью ради книг? Знаете, есть очень древние издания, раритетные. Нам бы словарик немецкого языка. Слушайте, а... Давайте прогуляемся. Председатель запрещает по вечерам выходить из дома. Ну, этот ваш здоровяк гуляет, и к тому же вы убили всех полицаев. Судя по всему, не всех. Ничего, Николай меня защитит. Правда же, Николай? Черт возьми. В сельсовете библиотека, а в библиотеке словарь немецкого. Ну, пойдем гулять. Николай, я пойдем с вами. Гулять. Прошу. Да. Чего вернулась? Они меня с собой не взяли. А ты, оказывается, знаешь немецкий?
Нет. Но знаю достаточно, чтобы понять, что ты ошиблась. И что же тут написано? Сколько в деревне колодцев? 5 или 6. Смотрите, все совпадает. Вот. Что совпадает? Ну, а что означают эти значки? Этого я еще пока не знаю. Мне кажется, я понял. Каждому колодцу соответствует свой значок. Выходит, что вещи из списка спрятаны в этом колодце? Ну, кто будет прятать книги в воде? Ну, судя по всему, это не книги. А что? Не знаю. Драгоценности. И золото. Вывезти все не успели и спрятали по дороге. Значит, вода в колодцах не отравленная. Стало быть, нет. Немцы, спасаясь бегством, высыпали все золото в колодце и пустили слух, что вода отравлена. А полицаи остались это золото охранять. А здесь показано, что в каком колодце спрятано. Что будем делать, командир? Николай, мне как-то не по себе. Боишься? Вообще-то да. Не бойся, не тебе лезть. Командир, на открытое. Так, ну-ка, крепче держи. Помогите! Кто там? Малюта! Малю, ты что? Кто? Вытащи меня! Так, вижу. Давай. Держи конец! Тяни, тяни, давай, давай! Талай, вот тяни! Давай, давай, давай! Руку, давай! Руку! Как вы сюда попали, Малюта? Удачно поскользнулся, профессор. Начальник, смотри, что я там нашел. И там этого добра у колодца. Еще один праведник нашелся. Командир, разреши его придушу, а? А то ведь убежит. Талыбов, хотел бы сбежать, давно бы слинял. Почему же вы не убежали? Тяжеловато одному с золотом бегать. Все думаю, как бы вас, дураков, уговорить разделить все это? Это ж
сколько каждому выйдет, а? До старости не потратишь. Ладно, все, хватит. Золото не наше. Надо достать все драгоценности из колодцев, отвезти в город и сдать. Так мы заработаем себе прощение. Наивный ты, начальник. В деревне говорить о нем не стоит. А люди разные бывают. Вот это правильно. Талыбов, на всякий случай приготовь телегу. Добро. Васьман и Малюта остаются хранить сокровища. А ты куда? К председателю. Да хватит возиться, и так красиво. Тебе что, не терпится уже? Ты всех позвал? Всех. К председателю позже вдвоем сходим, как полагается. Точно всех? Кольку не позвал. Да он и сам не придет. Что ты ему такого наговорил? А тебе не все равно? Или любовь старая вспыхнула? Чего? Ничего. Бегает к нему, хвостом крутит. Бабы уже шепчутся. Тогда бери одну из тех, которая шепчет. Вон как ты заговорила. Так может, и свадьба уже не нужна? Так может, и не нужна. Если ты еще до свадьбы себя так ставишь. А тебе только того и надо. Тут же за Кольку выскочишь. Не пропадать же угощению. Не ожидала я от тебя такого. А чего ты ожидала? Кольку своего ожидала? А вот и он. Легок на помине. Я тебя предупреждал, не трожь Галю, а? Мне председатель нужен. Бабы сказали, он здесь. За калиткой жди. И по двору не шастай. Будешь звать, не зайду. И зачем это я тебе понадобился? Мириться пришел, что ли? Пришел к законной власти. Это ж надо. Николай законную власть признал. Что ж за это потребуется? В ножки тебе покланяться? Вы знали, что в колодцах спрятаны драгоценности? Старая песня. Немцы, которых нет, нечисть по ночам, да еще драгоценности. Вот. Вот это все, что ли? То я уж думал. После свадьбы приму по описи. Нет, это не все. Во всех колодцах мешки с золотом, много золота. Уверен? Надо бы сдать. Понадобится телега и ящики. Да есть такие ящики, немцы на окраине высыпали, а я собрал. В хозяйстве-то все пригодится. Пойдем, покажу. Кроме ящиков, еще что там было? Планшетка с документами. Я-то по ихнему не понимаю. Но припрятал для тех, кто разбирается. Охрана еще потребуется. А вот лучшая охрана – это рот на замок. Никому не говорил? Нет. Вот и отлично. Пойдем. Это... Еще... Не серчай на меня, Коля. Ты ж наш, деревенский. Ну, пойдем. Вот они, ящики-то эти. Там под поле еще есть. А может, в них-то и привезли золото, а? Так я в этом уверен. Сколько золота, если столько ящиков-то понадобилось?
А кто про отравленную воду в колодцах сказал? Немец этот. Гюнтер, кажется. Обманул вас Гюнтер. Уверен, что вода в колодцах нормальная. Вот радость-то. Бабам нашим не нужно ж теперь на речку ходить. Ну да. Машина в деревне есть? Не дадите? Так обязательно. А ты, Коля, что бы хотел за богатство-то эти? А я вот как думаю. Выдам я бумагу тебе и твоим товарищам, что вы не от фронта бегали, а в тылу золото оберегали. Это хорошо было бы, хорошо. На бланке с печатью. А если надо, лично подтвержу. Вот. Ах да, планшетка. А может, она к этому золоту и прилагается-то, а? А, вон она, возьми ее. Я же хотел по-хорошему. Нашли они золото и достали. Нужно поторапливаться. Передай, пусть ускорят эвакуацию. Решил перед свадьбой потренироваться. Никогда до закуски не доходил. Вы шутите? Нет, это очень сложно, профессор. Ну, если бы это были полные стаканы, тогда это было бы сложно. Ты даже до середины не дойдешь. Но тут же совсем мало. Это же, ну, капелька. Тебя только до вот этого стакана и хватит. Спорим? Спорим. Ну, давай. Мамочки. Не чести, профессор. Эй, ты выдыхать не забывай. Видите, я победил. Ой, что-то все как-то кружится. Я тут... Ты что здесь? А где должен быть? Здесь, конечно. А тебе что, братан, ничего не сказала? Сказала. Вон, машину починить. Ну, для них машина важнее. Значит, важнее. А что? Сказать-то должны были. Раз не сказали, так нам и быть. Так говори уже, чего? Девушка одна заходила. Да? Угу. Ты погоди, погоди, Талыбов. Ты машину сначала почини, а то и мне, и тебе улетит. Да, это верно.
Че приходил-то? Да вроде ничего, а вроде бы и... Малюта? А, да, одна, она дома сидит. Скучает. Один городской дурачок машину чинит и ничего не замечает. Слышь, Малют, доверни пару болтов. А? Давай. Спасибо. Я быстро. Не торопись. Здравствуйте. Чего это без стука? Извините, я потом зайду. Подожди. Садись. Давай. Садись к столу. Больно. Потерпим. Сейчас я пойду переоденусь, я быстро. Ты только никуда не уходи. Так я только пришел. А я как раз думала вам обед нести. Так мне сказали, что ты уже приходила и позвала меня в гости. Нет никого. Баба говорили, что домой шел. Подожди здесь, я в доме посмотрю. Связал. Ну ты же не можешь его так оставить. Ну, что, жалко стало? Ну зачем ты так, Степ? Ничего, пусть посидит пару часов связанной. Народ на свадьбе хоть погуляет спокойно. Степа! Степа! Они мужем и женой лично отпущу. Я сейчас стакан налью. Не в себе свадьбу сорвать хочет. Забирай дочку из дома! Ой, я
Умела ты ночью, красавицу, а теперь гляди, какой сыночек объявился. Признайте за сына. Шапку сними. Ну, это потом. Давай, садитесь. На почетное место. Давайте к столу. За стол, за стол. Да, да. Проходи. Так, а что? Ничего. Ничего. Милости просим. Проходите. Ну, гости дорогие, прошу разделить нашу радость большую за столом скромным. Давай, наливай, мужики. Ой. Степа, красавицу берешь в жены. Готовь любить и защищать красоту эту? Готов. Галя, Степана мы все знаем. Работящий, пьет в меру. Готова ли ты жить с ним в мире и согласии? Никого не жалей. Никого не оставлять в живых. Стёпа, что такое? Что? Кричи, прячься. Постой, надо Колю выпустить. Даже сейчас про него думаю. Что жена мне поняла? Жена! Да как ты можешь так? Я виновата перед тобой. Спрячься где-нибудь.
дурак, делаешь? По своим стреляешь. Да ну и вам, как же я рад вас видеть. Я тоже тебя рад видеть. Не-не-не-не, немцы! Стреляй! Испугался, Колька? Друга своего? Ты напрасно туда ломишься. Я забор перед свадьбой заколотил, чтоб ты не приходил сюда больше никогда. Видать, давно готовился. Давно. Наверное, и письма мои прятал. Догадался. Да у меня в доме полный чемодан твоих писем. А чего она решила, что я умер? Так это я ей рассказал. Про твою героическую смерть на поле боя. Ну да ладно. Ты же наш мертвый. Так что нечего тебя среди живых гулять. Ах ты! Ты проиграл, Кокер. Они пришли за золотом. Давай им все отдадим, и они уйдут, а? Кажется, самолет и золото украл. К лесу и там его не найдут. Ты куда? За ним! Куда?
Нужно собрать все золото. Да погоди ты. У нас нет времени. Нужно должок вернуть. Какой еще должок? У нас нет времени. Надо убрать свидетелей. Вот теперь можем идти. Не все тут. Галки и матери ее не хватает. Надо найти. Еще четверо дезертиров. Трое. Николая можно не считать. Дезертирам никто не поверит. Коля! Председатель с немцами заодно, а Ирма тоже! Зачем ты на нее наговариваешь? Ты должен мне поверить, я слышала, как она говорила на немецком. Она сама чуть не погибла от немцев. Она убьет тебя, поверь мне! Ты зря не поверил. Женщинам надо верить. Ирма. Брось ружье. Ну что, пришло время рассчитаться? Дай мне 5 минут. Счастливая невеста. Ну вот теперь все в сборе. Собрать всех. Быстрее! Тихо, мамоньки, никто вас не обидит. Степа! Можешь забрать ее.
согласен? Нам лучше думать о будущем. И... о нашем будущем, Гюнтер. Если бы я не думал о будущем, не был бы сейчас здесь. А ты могла бы отказаться и не рисковать собой. Я твоя жена. Где мне быть, если не рядом со своим мужем? Ты права, дорогая. Поджигайте амбар и отходим. Профессор, оружишко-то опустил. Я не враг. Ага, я опущу. А у вас всегда нож на готове. Потерпи. На. Сбежать решил? А я, начальник, всю свою жизнь бегу. А ты клоуна себя не строй. Не горячись, начальник. Я знаю, что немцы в лесу транспорт ждут. Какой? Скоро за ними и за золотом самолет прилетит. Где это? Не знаю. Пятак в лесу костры готовит. Немцы на машинах направились вон в ту сторону. Через реку. А потом чуть севернее. Мне кажется, я знаю, где это. Thank you.
Галя, он тебя любит, это видно. Ну почему тогда за все время ни одного письма? Ну просто ему не до того было. Ну что так занят? Что не мог хоть одно слово, одной строчки отписать? Война. У него мысли только о победе. И у меня тоже о победе. Но он мог... Ну ты подумай еще. Подумай, прости его. Ты знаешь, сколько я одна одинешенька слез пролила. Куда это они намылились? Галь, они в лес идут. Слушай, мой-то куда? Он же раненый. Юнтер, все готово. Даже раньше управились. Молодцы. Слава Богу, что я с вами улетаю. Все ведь сидит? Конечно. Иди пока. Ага. Неужели я скоро не буду прятаться по лесам? Даже не верится. Операция еще не закончена. Быстро ты согласился взять пятака с собой. Значит, меня вы не берете? Ты нужен Германии здесь. Мне обещали эвакуацию. Весомый аргумент. Без осложнений? Я оставил им ложные следы, если вздумаю следить в лицо болота. Они требуют эвакуации. Пора с ними кончать. Но если... Не сейчас. Пусть эти олухи помогут... загрузить ящики в самолет. О чем вы говорите? Обсуждаем, какую должность тебе дадут в Германии. Я не подведу, обещаю. Пришли все-таки, ребятки. Ну куда же вы без нас? Хотел фронта, будет тебе настоящий. Ну что, все позарубились? Командуй, командир. Занимайте позиции.
Вайсман. Взрывай все, что видишь. Понял. Тут встретить, Вайсман. Патронов нет. А где они? Я ж так просто отвлекающий. Зато у меня вот что есть. Стойте! Вы арестованы! Я с вас будут судить! Ага, сейчас! Судить он меня собрался. Черт, черт, он улетает. Держи себя в руках. Мы не выполнили задание. Все еще не закончилось. Наше сражение впереди, Ирма. Ты всегда был оптимистом. Охраняй золото, а я зайду с тыла. Не задерживайся. Поняла? Да. Я сейчас скоро буду.
Забирай Гелку. Не нужна она мне. А я за тобой пришел. Это вряд ли. Может, силой заберешь? Попробуй. Я так и думал. Многое изменилось. Да, это правда. Научился убивать таких, как ты. Жалость. А за что? Ты же всегда мне мешал. Тебе всегда все мешали. А ты особенно. Что, невеста, про Николая поговорить пришла? Нет. Ненавижу тебя! Ненавижу тебя и всю эту страну! Ты сдохнешь здесь! Вы все здесь сдохнете! Убью гадину! Мне нахлебники не нужны, самому мало.
Николай! Николай, Малюта! Малюта с золотом сбежал. Поймаем. Да, поймаем Малюту. Я его лично расстреляю. Пойдем на Талыбов похоронить. Извините, я понимаю, как вам сейчас тяжело, но если вы хотите, я могу побыть с вами, пока вы успокоитесь, а потом я уйду. Нет уже той Гали. И никогда не будет. Я ведь люблю тебя. Тихо, тихо, начальник. Разговор есть. Где золото? Давай для начала пуколки опустим. А чего ж поднимал? Резвый ты, начальник. Я наберу воздуху для разговора, а ты его пулей выпустишь. Давай, говори быстро. Доверчивый ты, начальник, я это не опустил. Угадай, кто из нас первый дырку получит. Где золото спрятал.
Мы думали, ты с этим золотом сбежал. Ну, пусть все так и думают. Меньше людей по нашему следу пойдет. И не тяни, в город свези. А ты? Такой волчара, как я, сам в клетку не пойдет. А что, так и будешь вечно бегать? Мне не привыкать, Коля. Талыбова жалко и... Оставайся. Побегу. Ты мне нужен. Зачем? В дом один залезть. Документы важно найти. Коля, у тебя золото лопатой греби. Есть вещи поважнее золота. Талыбов сказал, что он отказался бить заключенных. Это значит, он отказался бить таких, как я. Таких, как Малюта. Такой большой, сильный человек и такое доброе сердце. Давай, не чокайся. Давайте. Ну, спасибо вам за все. Пойду я. Куда ты пойдешь? Туда, на улицу. Чтобы люди сказали, что я тебя на ночь глядя из дома выгнал. Ну что, это совсем нехорошо, если про вас такое подумают. Ложись. Или для тебя кровать сильно жесткая? Ну что вы, что вы? Я даже могу спать на полу, если что. А где же вы ляжете? Не волнуйся, я найду, где лечь. Уходи. Что это? Я тебе с фронта писал.
Степан их перехватывал и себе под кровать прятал. Готовили свадьбу, а вышли поминки. Здравствуйте. Тут становись. Здрасте. Здрасте. А ты женат? Нет. Свадьба ж дело серьезное. Садись, Люська. Садись. Жениха ли дожидаетесь? Да уж не тебя, хлыщу. Да я вообще-то попрощаться пришел. Садись. Оставайся. Я тебя в обиду не дам. За Степана уговорила. Мы ж думали, не от тебя. А Галя? Галя в селе самая красивая. И труженица. И любит тебя. А ты согласен любить ее до гроба? Может, свадьбу сыграем, а? Вон сколько наготовили, не пропадать же. Сыграем. Обязательно сыграем. Только война закончится. Надо еще одно задание выполнить. Из этого. Я все-таки на службе. Ну все, нам пора. Пиши. Если будешь читать мои письма. Ты только жди меня. Ну, Люся, неудобно. Люди же смотрят. Все, пора.
вернуться? Конечно. Туда, где ждут, обязательно возвращаются.